февраля севернее и северо-западнее Кёнигсберга наши войска вели бои по очищению от противника Земландского полуострова и овладели городом и железнодорожной станцией Гранд, а также заняли более 30 других населенных пунктов. Войска 3-го Белорусского фронта овладели крупными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев в центральных районах Восточной Пруссии, а также заняли более 40 населенных пунктов. Севернее и юго-восточнее Франкфурта на Одере наши войска в результате наступательных боев заняли более 100 населенных пунктов. На 3 февраля в этом районе наши войска захватили у противника 180 орудий и взяли в плен свыше 1500 немецких солдат и офицеров. На 4 февраля подбито 136 немецких танков, в воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 56 самолетов противника.